Активисты Одинцовского отделения партии «Единая Россия» провели киноурок на площадке школы номер 1. Мероприятие было организовано в рамках реализации проекта «Новая школа». В рамках киноурока вместе со школьниками обсудили фильм «Утраченное полотно». Помимо Одинцовской школы номер 1, киноуроки ранее прошли в Зареченской школе и образовательном центре «Флагман». Во время занятий школьники познакомились с историей нашего Отечества и легендарными историческими деятелями.